Всем привет, мои дорогие друзья. Да, мы, собственно, продолжаем проходить нашего дорогого зеленого фонаря. В прошлой серии у нас получилось довольно-таки... Она у нас получилась довольно-таки длинной, потому что... Ну, в общем, так получилось. Надеюсь, эта серия уж, естественно, не будет такой длинной. Так, у нас 18 тысяч. Можно прокачать для битвы перед боссом. Да, мы, кстати, тут сейчас будем драться с боссом. Довольно-таки таким неплохим боссом, я ж там кот. Прокачать, к сожалению, тут ничего пока не могу. Ну, дайте хотя бы жизнь, что ли. Сейчас я к вам вернусь. Так, продолжаем. Сворачиваться от этих хренотеней, которые он пропускает.
зараза. Блин, вот это было больно.
Скотина, ай! Saved me, Green Lantern. You saved my people. For all Zamaron, Queen Agapo thanks you. Green Lantern of Sector 2814, report. Did you rescue Queen Agapo? Yeah, she's good. And I'm fine too, thank you for asking. Zamaron's also free of yellow fear energy. But the Manhunters escaped, and I'll bet you one power ring they're still planning to attack Oa. The Guardian Council believes you are correct. They possess a powerful new weapon and intend to attack us. But all knowledge of the weapon's existence must be kept secret until we deem otherwise. Hold on. I've been trying to raise Kilowog, only I keep getting a busy signal. What's going on? We must assume the worst. But Kilowog knows the risks, as do all the Green Lanterns. We must repair the power battery and prepare for war. No way. I don't leave friends behind. Jordan, get back here, you idiot! Jordan! Heelman. Guardians, I condemn his actions, but I understand his concern. The Manhunters knew about the yellow fear energy and where to find it. What has that to do with his disobedience? There may be another traitor in our ranks. I believe Jordan wants to be certain the ones we trust are safe and ready to join the fight. All you need is to trust in us. Respectfully, the Guardians were the only ones who knew where the fear energy was hidden. Because of that, I trust no one and suspect everyone. Incoming message. From Sinestro. Jordan. What? I wanted to thank you for ignoring the Guardian. At least this one time. Kilowog is my friend. Just promise you'll vouch for me at my court-martial. I will consider it. Что здесь у нас такого интересного? Тут-то мне это уже не нравится. Ворвались, называется. I'm on Bayon. Do we know where they're holding Kilowog? No, but the Manhunters use a central knowledge base. It would know where he was being kept. Jordan, out. Вы так не ходите, да? Давайте пойдем посмотрим, что тут у нас готово.
Пожалуй, мне надо знать, что делать. Подожди. Давай, Бог, да? Подожди, надо как-то поменять это что-нибудь на другое. Вот, например, вот это поменяем. Сюда так. А, нет, стоп. Поменяю пока. Что же за свет такой-то? Господи. Так, надо мне прокачаться. О, сколько у меня, смотрите. 51 тысяч очков. Я тут сейчас точно что-нибудь прокачаю. Тут полно всего. И вот это вот за 30, пожалуй. Вот, кстати, способность. Давайте-ка мы ее вот сюда как-то поставим. На себе. Там охренеть можно. Подождите. А, все. Не понял, в чем прикол. Так, мне бы сейчас что-нибудь как-то вот надо. Давайте тогда, пока мы сейчас с вами вот поменяем. Yeah!
will not proceed. Что вам от меня надо? Fear this! Что, мои способности забрал? Похоже, да. Как с тобой туда драться? Дальше куда? Прекрасно вижу, а что делать-то? Там тоже есть где-нибудь такие штукенцы. Что это за красное? Или вот это, может, долбануть надо? Нет. Или вот это взорвать? Нет. А что делать-то? I got it. Put the battery in its case before she blows. Можно взять. И что мне с ним делать? Сюда что ли зафигачить? Хорошо. Сюда направо. Сейчас, судя по всему, тут будет великая битва. Поставим вместо, наверное, все-таки бластера. Пипец, смотрите, тут только этих
день. А, опять ты. Блин, да что ж такое? Собиратель пришел. На. Здесь ничего нет такого, что разбить можно было. Что-то по-моему есть. Подожди-ка. Так и думал. Ладно, пойдем откроем это. You could shut down this whole damn planet, but I'm still gonna find Kilowog. Был и нет. Our Manhunter friend obviously used this to shut down the doors, so we couldn't search for Kilowog. Какое-то управление, блин. Ring, I believe this is the central knowledge base. Search for Kilowog. Working. No data for Green Lantern Kilowog exists. Either he's dead or they didn't enter the info to prevent us from finding him. I prefer the latter. Ring, analyze planet Biot. I have detected power ring residual echoes terminating in tunnel A416 on level 87. Hmm. Kilowog was after the yellow energy the Manhunter stole from Oa. So now I know where the yellow went. And most likely Kilowog. Analyzing. Insertion of a mine construct will activate override system. Так я туда не пролезу, надо как-то, видимо, там и сделать. Давайте-ка. Brightest day. Blackest night. Может, у меня жизнь мало. Может быть, стоит ее. Нет. Ну-ка, подожди-ка, есть у меня малюсенькая идея. Сейчас быстренько. Так. Да что ты делаешь-то? Я так и думал. Alert. Incoming message. Amon, sir. Amon, how are you? Where are you? I am recuperating. I wanted to say I wish my father had been like you and ignored his orders. He might still be alive today. Please, in his honor, promise you will destroy the Manhunter's weapon. They must never be allowed to use the yellow fear energy. They won't. Trust me.
на что-то более такое. Потому что тут пока мне это не нужно. Давайте что-то пока на бластер, потому что бластер мне тоже пригодится. Опа-на. Какая-то способность. Нет. А у меня сколько? 16? 16. Давайте что-нибудь тут лучше есть. У меня было тут самое начальное. Ну как самое начальное, это недавно, по-моему, появилось. А, вот эта способность 25 тысяч стоит, новая способность. Ну, давайте тогда мы сейчас вот сначала вот эти два улучшим. Дешевые почему-то тут оказались. А это вообще... А, нет, мне показалось, 100 тысяч, блин, стоит, ё-моё. Ладно, хорошо.
пойдем дальше. Здесь это... Ну и пулеметок. О, тут нужна бита. Подожди, подожди, подожди. Бита, бита, бита. Больная бита не нужна. Рыба, ты что делаешь? О, damaging Biot reactor core. He was in their reactor room? Good. I can track his ring echoes from there. Directions. This base contains two reactor facilities. Access to the first is across from the central knowledge base. Perfect. Давайте-ка я вам бомбами сейчас. Приятно. Что, вообще что? Сейчас, знаете, вот это вот куплю тоже за 15 тысяч, что тут. Или все-таки за 20. Нет, давайте все-таки. Раз уж. Быстрее накопим. На новую способность, потому что денег больше останется, чем 20. Брать. Так, я так понимаю, надо Scanning. Manhunter reactor. Recommended action. Search and destroy. Ring? I like the way you think. Или можно вот... Нет.
А, надо, видимо, бомбу туда за... А что делать тогда? Очевидно, что надо вот эту вот тут какую-то бомбу что ли поставить. А как же ее поставишь, если он. Ну не даст тебе это. Так, стоп. А я могу вот. А, я же могу их брать. Ну-ка. Его, видимо, остановить. Ну, а как это сделать-то? Получилось.
делать-то? Надо его останавливать и туда вот ее закидывать. Он стоит, естественно, не постоянно. Останавливается, точнее. Вот и, блин, туда закину. Что такое-то, блин? Надо, видимо, как-то... правильно останавливать, потому что... Что делаешь-то? О, получилось. Первое получилось. А вот так, третий. Надо вот так вот прям встать. Чтобы закинуть его на три. А в третий раз надо его закинуть просто. Четыре бомбы, точнее. Так. Ну да, это будет больно. Блин, почти же. Ладно. Какое-то здание маленькое. Блин, зараза. Не успел. Что такое-то, блин? Тогда надо заранее поставить вот сюда и потом кинуть, потому что пока я вставляю, она это... Еще что ли генератор? Или что? Фу, еще один. Ладно. Все, валим отсюда. Right as day. Black as night.
Guardians trained you well, but it will do them no good. Делаешь, а? Поставить хотя бы что ли вот это. А сколько у меня там? 14. Нет, ничего пока не могу. Так, теперь вопрос, куда мне ее надо зафигачить? Стоп. Я как-то догадываюсь, в другом месте вообще находится. Ой, ё-моё, что-то брендили, что ли?
реально японский бог. Мне надо ехать сюда. А как я, по-вашему, сейчас пройду? Подождите, нет. Так это не работает. Ладно, сейчас попробуем еще раз тогда. Что-то я с ним тут вообще ничего, наверное, не смогу. Хотя нет, почему-то не смогу. Сейчас вот этого вот красавчика. Yeah!
какое-то. Нет, давайте-ка я сейчас, знаете, что сделаем. Перезагрузимся, потому что так. Continue. Your power is nothing compared to the Manhunters. Green Lantern Kilowog was accessing Biot schematics to map point 7 when he was captured. No further information available. Сейчас у меня есть, допустим, подожди, осторожно только, не напортач. Давайте попробуем тогда просто типа, закидать. Ну, тут не получится так сделать. Что ты делаешь-то, а? Получилось? Да ты что, издеваешься, что ли? Ну вот это точно не получится так ее закинуть, мне кажется. Тут еще внизу что-то получится сотворить, а вот так, наверное, мне кажется. Ты что делаешь? Вторая получилась. Это получается, мне надо вот, допустим. Что ты будешь делать?
делаешь-то, господи? Вот маленько ошибешься, все, у тебя конец. Ну, блин, ну что ты сделал ты сейчас вот? Что ты сейчас сделал? Куда ты, блин, это сделал-то? Куда ты кидаешь, тюперный театр? Надо еще прыгать умудряться, по-моему, что ли? Это вообще пипец. Так, давай. Два сразу. Бери. Блин, да что ты будешь делать, а? Ты что делаешь, а? Вот что ты сейчас сделал, в натуре? Блин, а? Надо два раза как-то умудриться вот так вот кинуть, чтобы первый удар получает щит разрушает, а второй удар разрушает. Подождите, подожди. Тогда давай сделаем. Блин, да что ты делаешь-то, а? Так не получится. Да. Так. Да ё-моё, ну что ты делаешь, а? Так. Подожди ты, блин. Это один удар. Ты что ты делаешь, а? Ты японский бог. Ну как это вообще возможно-то? Что ты делаешь, а? Фуй, блин, ну тут доли секунды просто дается, реально просто. Может быть и не доли секунды, но что-то близко. Thank you.
такое-то, а? Ну что ты будешь делать? Ты... Это дурдом какой-то. Нет, что делаешь-то? Ну, попади ты уже наконец. Вариант это просто да я же нажал попал, блин, ну что ты делаешь, а? Неужели ты это сделал? Спасибо. Одной проблем меньше. Японский бог, а? Надо их в разные места как-то поставить, чтобы они не пили. Ты что делаешь? Попади уже, ну, сделай мне одолжение. Ты что творишь, а? Ну что ты делаешь? Пойди когда-нибудь, а? Господи. Что ты делаешь, а? Да блин, ну хватит уже. Да ёб твою налево, бро. Бери. Да блин, пока он еще возьмет эту хрень. Неужели ты попал? Правда, не знаю, каким ты макаром это сделал. Неужели? Потом какой-то. Ну, надо же, ну, сделали бы хотя бы, чтобы чит можно было какое-то время отключить, чтобы... А то, блин, через щит как-то надо ее прям профигачить туда. Вообще, так, надо этот бластер поставить. А иначе кирдык сейчас будет.
Давайте вот до сохранения дойдем и на этом закончим, пожалуй. О, способность можно купить 25. Вот. Поставим мы ее как-нибудь место хотя бы, что ли. Пока пулемет. Да что ты делаешь, а? Блин. Так, ставь обратно его.
там-то что? Вы серьезно? Сначала я все-таки попробую вот это. Да, поставить. Посмотреть, что будет вообще. А, вот первое я поставил, получается. Сейчас надо будет еще одну. Только теперь уже как-то надо мне ее туда через верх как-то поставить. Здесь сначала я получается мне вот тут надо поставить, сейчас будет вот сюда. А вот это что? Пока похоже ничего. Да. А разве так возможно? То есть, смотрите, мы сможем с этой штукой туда пролезть так-то. Давайте попробуем, чё. Разумеется, сможем. А, вот, получается, для чего эта кнопка здесь нужна? Она типа заработала. Опять, то есть у меня на бомбу есть, так что могу попробовать ее закинуть, правда. Ну конечно же, вот так это не работает. Стоп. Ну-ка. Ага, ясно. Давни что идти?
достать. Закончим, я посмотрю там, с какого момента мы начнем, в следующей серии продолжим. В общем, всем спасибо большое за просмотр, всем удачи, всем добра и всем пока, и всем пока-пока-пока. До скорой встречи. Всем пока, ребят.